Во вторник школы в столице Малайзии возобновили работу, несмотря на смог. Согласно веб-сайту Департамента окружающей среды, индекс содержания в атмосфере мелких твердых частиц утром составлял 198 единиц. При этом крайне опасным он считается в случае, если превышает 300 единиц. Смог образовался в результате лесных пожаров в Индонезии. Он окутал не только территорию Малайзии, но и соседний Сингапур. Туристы, которые приехали, чтобы посмотреть на достопримечательности Куала-Лумпура, в частности, на знаменитой башне Петронас, говорят, что разочарованы пейзажами. Куала-Лумпур – это живописный и очень чистый город. Но когда я сюда приехал, то увидел, что здесь стоит смог, и я не могу нормально дышать. Леса горят на индонезийском острове Суматра. Эти пожары устроены людьми и являются незаконными. Зеленые насаждения там в основном выжигают под пальмовые плантации. Наиболее часто это случается в период с июня по сентябрь, когда в стране устанавливается сухая погода. Премьер-министр Сингапура сказал, что смог, который немного ослаб в выходные, может задержаться над страной еще несколько недель, вплоть до начала сезона дождей в сентябре или октябре. Как ожидается, в среду министр окружающей среды Малайзии обсудит эту проблему со своим индонезийским коллегой.